У нас вырастает сюда стекла. Стекла в мусорокамере. А сюда? Не, а я же рассказываю. Вы про мусорокамеры, это ваше. А это чье? Мусор нужно убрать, настаивают жители дома номер 4 по Юбилейному проспекту. Представители территориальных управлений и собственники проверили ремонт и состояние подъезда. Недочеты есть. Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталий Турчининов дал задание устранить проблему с мусорокамерой и вывести лифтовое оборудование. Также обратили внимание на уборку двора. Разработан план мероприятий, будем этот план реализовывать вот, с жителями на прямом контакте, на связи. Вот, и думаю, житель будет доволен. Такие проверки в Химках проводят регулярно, составляют протоколы. Здесь недочеты обещают устранить в течение 3 дней.